Всех приветствую, ребят. Движуха на пару часов у нас. Меня зовут Айк. У меня есть всего лишь одна техника в ассортименте. И она работает до сих пор. Как только она перестанет работать, я перестану делать семинары. Я за то, что знать там пару приемов, но очень хорошо и подробно, нежели знам много и кое-как. Вот, Брюс Ли, все дела. Ситуация. Нижний берет халгард, когда ваше колено у него. Вот так. Можно проходить этот гард, можно делать бейсбол. Смотрим. Начало такое же. Да? Мы здесь забираем, взяли одной рукой. Кто-то даже просто в наглую делает отсюда. Раз. Также большой палец. Здесь ракурс лучше для вас. Иногда нет смысла этого делать, заводить, да? Но я делаю на всякие пожарные. Вот. Поэтому так бывает, редко зайдешь. Я натянул на себя, чтобы немножко сломить осанку. Забираю вторую руку. Также завожу. Мы это делали сейчас. Теперь смотрите, ребят. Мы локти сгибаем, и я прижимаюсь к нему. Но главное, чтобы моя голова не выходила дальше его головы. Это важно. Вот где-то держусь лбом у его уха. И смотрите, прижавшись к нему, падаю на правую сторону. Как только мои ноги прикасаются, чувствую опору, я буду... Вернись обратно. Да, ребят, вам нужно сейчас всем подойти вот на эту сторону, не мешая камере. Не торопясь, я всех подожду, давайте. Вот мы здесь. И чтобы избежать заранее его оттягивания от себя, да, защиты, я, как только мои ноги прикоснулись, я прокину его за свою голову вот туда. Мост за себя. Я возьму его за жабры, за скулы, что я держу. Я сделаю выброс туда. Даже если он будет на мне, как сейчас до этого был. Вот так. Даже если здесь будет. Я все равно прокину его за себя. Что он сделал? Никто не хочет ударяться головой, и ребята выставляют руки. Это единственный момент, секунда где-то, где мои руки прямые. Дальше держать их прямыми очень опасно. Он мне может оторвать его на рычаг локтя. Это я создал дистанцию для атаки. Теперь после этого я буду тянуться к нему, а не тянуть его на себя. Начинаю стянуться к нему. У меня такая же дистанция, он где-то на пол головы выше меня. Я не буду выше заходить, я буду держать его здесь. И здесь начинаю тянуться к нему и идти на живот. И крутиться дальше, 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 дальше. И душу. Если он не стучит, я буду дальше идти на живот. Если здесь не стучит, и я не могу крутиться, я буду наклоняться в эту сторону, создавать давление. Даже если кувырка не получается. Если вам показалось, что чувак вырубился, но судья не останавливает, вы доделаете кувырок с ним, окажетесь сверху, и только тогда его отпустите. Вылез здесь. Чувак вырубился, все, на вас повис, раскис. Судья не останавливает. Что делать? Отпустить. Чувак может очухаться, забрать вам спину, отдадите баллы, проиграйте. А? Да, да, он, скорее всего, спину заберет. Он садит маунт на вас, садись маунт. Вот, вы отпустите, он в маунте, вам хана. Если он вырубился, докручивайте кувырок сюда. Здесь отпускаем спокойно, вы хотя бы сверху, как минимум, окажетесь. Потому что много раз у меня на соревнованиях было так, судья не успевает видеть, что чувак выключается. Я не хочу, чтобы он был без сознания какое-то долгое время. Я чаще там без дел и отпускал соперника, но они очухивались. Обычно это с чижами. Чижи так раз-раз, и они уже в маунте, да. Поэтому не повторяйте ошибок. Перевернули, оказались сверху. Тогда только отпустили, если вы хотите. Вообще должен судья об этом думать, он должен бдить, по большей части. Еще раз. Позиция. Раз. Ручка. Вторая. Прижали к себе. И идем, повернули голову, мой лоб, его ухо. Кувыркаемся на эту сторону. Как только ноги прикасаются, бам, мост. Руки он выставил, и все. Теперь я буду тянуться к нему. И душить в той же стадии, как я душил.
Да, слезь. Удушка пойдет так же. Большая разница, ребят, тянуть на себя, либо тянуться к нему. Колоссальная разница. Вы тянетесь к нему. Всегда. Он может кувыркаться, он может сесть в маунт, то, что нам на руку. Но вы всегда тянетесь к нему и идете к его щеке и локти к себе делаете. И всегда кувыркаетесь. Локти вместе, душащий от вас. Еще раз? Или еще раз? Колено там, пусть оно будет. Не будем сейчас его вытаскивать. Это отдельная история. Проход гарда через бейсбол. Потом как-нибудь покажу. Забрали удушку. Пока не душим. Прижались, падаем. Упор на ноги, мост. Он выставил руки. Тянемся к нему и крутимся на живот. Важный нюанс. Вам сделаться в прямое бревно. Когда ваши ноги будут прямые, вас не за что будет зацепить, вы так будете лучше крутиться. Если вы как-то выставите вот так, вы не сможете кувыркнуться и начнутся проблемы. Выбросили, выпрямили ноги и начинаем крутиться. Вопросы? Пока нет. Все, супер. Давайте 3-4. Погнали. Покажи вариант, как узко взяться. Как узко взяться? Да. Ложись. Иди сюда, все нормально. Заходи. Как ты заходил. Так, левую руку взял, натянул на себя. Угу. Заправь сейчас правую с запасом нормально, то есть за затылок. Вот, и заправляй близко. И чуть-чуть расширь. Вот, стоп. Вот, сейчас уже получилось. Вот, понял расстояние полкулака? Угу. Вот с этого начинай. И кисти не выгибай, всегда прямые. Пока держи его просто, чтобы держать. Прижмись к нему, локти, вот. Придерживай, но не души. Угу. Падаешь. Чувствуй упор и мост на меня. Вот, стоп. Отлично, и пошел. Локти сгибай, тянись к нему. И крутись. Ай, молодец. Хорошо. Включай свои руки в физику после моста. Как только выбросил и начал к нему тянуться, тогда напрягайся. Чтобы двигаться дальше, по этой технике, ребят, давайте вопросы разберем, какие есть. Лучше их разобрать сейчас, потому что дальше будет техника сложнее. Вопросы по этой технике, которые... Когда снизу тянешься, на него, то есть надо ногами себе помогать? Ложись, Дэн. Сейчас. Тут все понятно. Прижался, упал, выкинул, да? Чтобы, ребят, выкинуть, кстати, я немножко заваливаюсь, касаясь левым плечом. И как будто вот здесь начинаю удар делать. Ножками упор выбросил. Вот. И у тебя дальше вопрос, да? Да. Здесь как ты тянешь? Смотри, вот руки прямые были. И я не только. Я тянусь по спирали. Я иду и на живот, и тянусь к нему одновременно. Прямые. Правильно? Да. Смотри, к нему и на живот. Вот. Здесь еще я сейчас расслаблю, чтобы он мог дышать. Подойди на эту сторону. Вот. Сюда ты вышел, вот здесь вышел, доворачиваешь его, идешь в первый вариант, и здесь доделываешь. Здесь давление на грудную клетку еще, твой вес, он есть у тебя нормальный, поэтому ты тут включишь, используй свой вес, я тебе не шучу, реально. Чувак сразу постучит. Вот. То есть смотри, ты не сможешь крутиться на живот, если у тебя будут прямые руки. Понял? Да. Тебе надо их согнуть. Все? Раньше там я думал, что в ноги бейсболчок, ну и многие так думают, что это как баскетбольный, бейсбольный мячик ты проглотил как будто, и а не артерии душ. Как правильно-то? Сегодня посмотрим удушающий и защиту от него. Сегодня будет душка с разных позиций у нас, со всех сторон. 80% акцент на нее, остальные 20% это защита. Сложно людям учить лапел бейсбол чук, если они спрашивают, что такое лапел. Сложно учить бейсбол из хафгарда, если люди не знают, что такое хафгард.
полчаса. В общем, плотная программа будет у нас. Чё? Для меня любой вопрос не является коварным. Я готов к любым вопросам. На любой самый непростой вопрос. А вот уже не совсем. Все вопросы к менеджеру. Не, я только что сказал, что ты готов ко всем вопросам. Для бейсбола занимайте, пожалуйста, хорошую позицию, да? То есть не в наглую делать одноразово, а зарыться, позиция, потом сабмишн. И не отпускать его до конца, пока судья вас не остановит. Удушка должна быть такая, чтобы ее не чувствовал соперник, чтобы он уже там вырубился, не успев даже постучать. Тогда бейсбол прошел хорошо, это ваш ориентир. В принципе, все. Друзья, всем спасибо, ребят.